Здравствуйте, в данном видео мы объясним, какие различия между спутниковыми телефонами Турая, которые выпускались еще в 2006 году, модель Турая Ascom 21, Hue 7100 и 7101, и модель Турая XT Lite. Есть также новое поколение XT Pro, XT, SunSleeve и X5 Touch. Например, когда вы пользуетесь старой моделью, также направляете антенну в сторону юго-западного направления, определяете координаты GPS и после этого совершаете звонки. Но на старых моделях, у них, видите, антенна немного устаревшая уже на сегодняшний день. Она классическая, как на всех моделях Турая, но, как мы понимаем, уже новое поколение телефоны, они гораздо быстрее работают. То есть, например, новые телефоны, в отличие от старых, они гораздо быстрее ловят сигнал со спутника. Когда вы выдвигаете антенну и направляете ее на юго-запад, новые телефоны, они в течение 1 минуты максимум, у них шкала заполняется в зависимости от погодных условий. На данных моделях, конечно, ситуация немного сложнее. То есть, но новые модели можно даже из окна в офисе без проблем сразу поймать сигнал со спутника и позвонить. Например, вот на вот такой старой модели из окна не получится такое сделать. Обязательно нужно будет выйти в более открытое пространство и уже оттуда ловить сигнал со спутника. Второе преимущество, когда он поймал сигнал со спутника, он GPS-координаты, у него уже, конечно же, усовершенствованный GPS-приемник, он гораздо быстрее определяет GPS-координаты, также примерно за максимум 1-2 минутки. И он уже готов к соединению. На старых моделях это может занять минут 5. А также новые телефоны, они отличаются тем, что самое основное их отличие в том, что у них уже намного мощнее аккумуляторные батарейки. Даже на самой бюджетной модели Turai XT Lite батарейка в режиме беспрерывной связи может проработать до 5 часов. Данные старые модели, они не держат более чем 2 часа. Также дополнительные аксессуары, которые очень часто теряются, выходят из строя, они всегда есть в наличии на новой модели. Дополнительные аккумуляторные батарейки, зарядные устройства стационарные от сети, от прикуривателя, антенны, которые работают, позволяют работать телефону во время движения, они всегда у нас все есть в наличии. Но по старым моделям тоже есть на рынке батарейки, но эти батарейки, они привозятся с Алиэкспресса, и данные батарейки не очень хорошего качества. Конечно же, есть модели и низкого, есть батарейки и очень низкого качества, есть батарейки среднего и высокого качества, но в любом случае это уже не оригинальные аксессуары Турая, и мы крайне не рекомендуем использовать их. Стараемся не предлагать батарейки такие нашим клиентам и всегда заранее уведомляем о том, что это может быть проблема. Также стандартные зарядные устройства от сети и автомобильные от прикуривателя, к сожалению, на данной модели уже не выпускаются. И можно найти только китайские аналоги. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. У нас будет еще много всего интересного. Спасибо.